В России проходит общественная патриотическая акция «Часовой у Знамени Победы». В Чебоксарах первый почетный караул встал у знамени во Дворце детского и юношеского творчества. 1 мая 1945 года советские солдаты установили над Рейхстагом Берлина штурмовой флаг. С тех пор красное знамя с золотой звездой, серпом и молотом стало официальным символом победы над фашизмом. В этом году у всех образовательных учреждений появилась возможность отстоять в почетном карауле у Знамени Победы. Копию реликвии передали ребятам в рамках акции. Я очень рада тому, что участвую на сегодняшнем мероприятии. Для меня это очень большая честь. В этом году на параде 9 мая я буду участвовать в первый раз. Мне, конечно, очень страшно, но я думаю, что я справлюсь. Очень рада этому, то, что меня выбрали. От имени всех школьников Чувашии копию Знамени Победы получили сегодня учащиеся детской полицейской академии и кадетских классов. До 9 мая акция пройдет во всех школах, среднеспециальных и высших учебных заведениях республики, чтобы дать каждому подростку возможность стать часовым у Знамени Победы. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.